Чехи отметили 25-ю годовщину бархатной революции, мирного свержения коммунизма. Тысячи людей собрались на Народном проспекте Праги, центральном бульваре, где в 1989 году студенческий протест привел к революции. Многие люди также воспользовались случаем, чтобы провести акцию протеста против президента Чехии Милоша Земана, которого они обвиняют в пророссийских симпатиях. Три члена многонационального коллективного президентского управления Боснии приняли присягу и вступили в должность после прошедших в октябре выборов. Председателем управления в течение ближайших 8 месяцев будет серб Младен Иванич, который, к удивлению наблюдателей, победил кандидата от правящей партии в сербской половине страны. Казахстан. В Алма-Ате 16-летняя девушка погибла при взрыве в колледже дизайна и моды. Как сообщается, на занятии по военной подготовке детонировала ручная граната. Подобные занятия проводятся в Казахстане еще с советских времен. 8 человек были госпитализированы. Полиция расследует происшествие. Остынь с нами в субботу. В столице Киргизии Бишкеке перед зданием посольства США прошла акция протеста. Пророссийски настроенные собравшиеся выразили недовольство американским влиянием в Киргизстане. Протест был приурочен к приезду филантропа Джорджа Сороса. Во время своего визита Сорос посетил Центральноазиатский американский университет, которому он оказывает финансовую поддержку, и был принят киргизским президентом Алмазбеком Атамбаевым. В Грузии оппозиция мобилизовала своих сторонников, чтобы выразить протест против позиции правительства, обвинив его в отсутствии сопротивления России. 30 тысяч человек вышли на улицы Тбилиси 15 ноября, обвиняя свое правительство в том, что оно избегает конфронтации с Россией в вопросе, который они называют «ползучей аннексией 2 сепаратистских регионов – Абхазии и Южной Осетии». Бывший президент Михаил Саакашвили обратился к собравшимся по видеосвязи из Киева. Восхищенная толпа скандировала его имя. Протест состоялся вскоре после ухода в отставку 3 членов кабинета министров, отвечавших за более тесные связи с Западом.